Вони мають бути застебнутими завжди, коли увімкнене табло застебнути ремені. Seatbelts, we're demonstrating how to fasten, tighten and unfasten. Компанія МАУ вирішила дещо розширити можливості для українського туриста саме в цьому регіоні, в регіоні Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі знають добре Дубай, той, хто міг собі дозволити відпочивати тут регулярно. Але ми розуміємо, що в цей дуже буремний час люди заслуговують отримувати більше можливостей, більший спектр для подорожей як туристичних з туроператорами, так і індивідуальних, коли ти просто можеш спланувати власноруч поїздку і в якісь вільні дні майнути на відпочинок. Тому було вирішено розкрити потенціал Емірату Рас-Аль-Хайм. Ми плануємо літати сюди двічі на тиждень, щопонеділка та щочетверга, з червня місяця. Арабские Эмираты – одна из самых безопасных стран в мире, с одними из самых низких уровней преступности на планете. Туристы чувствуют себя здесь прекрасно, здорово, хорошо. И здесь можно и семейный, и бизнес организовать, здесь можно и отдыхать по своим тематическим направлениям. Сюда, в Рас-Аль-Хайм, кстати, приезжают велосипедисты со всего мира, потому что хайкинг – это просто феноменально. Много спортсменов сюда приезжает. Как хоккеистов, футболистов, так и разнообразных. В Рас-Аль-Хайме находится самая длинная в мире зип-лайн, и сюда приезжают спортсмены, чтобы на этом покататься. Ну, конечно, здесь и серфингисты занимаются. В Арабских Эмиратах проходят чемпионаты мира по плаванию, чемпионаты мира по прыжкам с парашютом на точность приземления. Здесь играют в крикет, здесь проходят те самые знаменитые Dubai World Cup, например, скачки, где учрежден самый большой в мире призовой фонд в 10 миллионов долларов. Здесь играют в футбол, здесь играют в хоккей, здесь есть фигурное катание. Для людей с ограниченными возможностями здесь очень много и сборы делаются, и организовываются вот эти специальные Олимпийские игры, и сам лично наследный принц Шейх Хамдан этим опекается. Рас-Аль-Хайм – это район, который уже начал развиваться немножко попозже, но я бы сказал, где-то лет 10-15 тому назад. Но настолько набрал быстрые темпы, что Рас-Аль-Хайм на сегодняшний день – это один из самых перспективных эмиратов, районов в туризме в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, естественно, как я уже сказал, и в инвестиционных проектах. Рас-Аль-Хайм ждет, здесь очень хорошие условия, здесь без... налоговая система, здесь очень удобно открывать бизнес, очень быстро, безопасно, и инвесторы со всего мира стремятся попасть именно в Рас-Аль-Хайм, чтобы развивать свой бизнес. Насыпные острова – это 4,5 километра вглубь от берега и от расстояния самого государства. Для того, чтобы действительно быть как бы и в городе, но город в городе получается. И насыпные острова – это действительно человеческий шедевр в архитектуре. И, конечно, Рас-Аль-Хайм никогда не скрывала, что они начали насыпать острова после того, как Дубай был первым, кто начал насыпать те самые знаменитые пальмы. И Рас-Аль-Хайм хотел показать, что да, мы тоже имеем технологии, мы тоже хотим это сделать. Технологии насыпных островов, казалось бы, я как не инженер могу сказать, что очень легко. На дно бутуются камни, огромная такая подушка кладется. Водолазы помогают укладывать эти 3- или 6-тонные глыбы камней. Потом насыпают ил, потому что все ошибочно думают, что насыпают песок. И песок можно насыпать, мы же с вами в пустыне, тем более это пустыня Рубель-Хали, одна из самых интересных пустынь в мире, и песок сухой, и если его сыпать в воду, он еще долго будет абсорбировать ту самую воду и будет укладываться, и долго. Таким образом, вместо песка взяли ил,
И на эти камни, на эту подушку насыпают ил, системой компакшн его уплотняют и сверху закрепляют снова огромными бутами камней. Стало быть, насыпные острова – это как такой бутерброд из камней, уплотненного ила и снова камни. И получается, очень почва хорошая. Ученые говорят, что на долгие годы дает гарантию того, что острова не расползутся, они не уйдут, море их не смоет, и большой волны не будет, потому что сам Персидский залив по себе он не глубок. Вот свободные экономические зоны, и там будут строиться жилища, там будут строиться отели, отельные комплексы, и там будут строиться для того, чтобы вот инвестировать туда, в рестораны, в ночные клубы, потому что Марджан Айленд такой вот остров, где собираются весь мир как бы под одной крышей. Вот. И это будет действительно очень здорово, очень хорошо. Сейчас уже есть три шикарных мирового класса отеля, там уже есть и рестораны, есть зоны отдыха. What we want to emphasize, even during this environment where there was the pandemic, COVID-19, we wanted to make sure we were a first safe destination. So we worked with international organizations like Bureau Veritas, WTTC, and we got our destination certified. So we are the first safe city in the world. With that as well, we also want to make sure that tourists had an easier time coming here. We were the first to introduce free PCR testing upon return. So we have all these measures in place. Also in our hotels, we have about 5,000 people who work in hospitality. About 80% of them are vaccinated. So by mid-year, we're hoping that the entire hospitality and tourism workforce is vaccinated. So we've taken so many measures to make sure we're safe. And of course, Ras Al Khaimah, as you see it, it's large, it's sprawling. Per day here, we are taking around 500 more. Yeah, every day. So, but it's maybe 3,000 in the lab. It will come within 12 hours. So from 6 hours, sometimes 4 hours. Because there is already, we did all the tests and there is already the vaccine. So it's better than before, yeah. So you cannot go out without the mask. You can, you need to wear the gloves. There is distance in between everything. So it's better than before, yeah. The only Emirates that has the sea, the desert, these spectacular mountains. You're on the highest mountain in the UAE. This Emirate is known as the Nature Emirate, and I think you see it with the agriculture, with the animals. So what's really interesting is we have different types of goats. You see them, some of them are darker, some of them are very playful. And that's one of the things that we really like to highlight is our wildlife. So that's something. Also, you went to visit a place called Jazeera Al Hamra. That's on the UNESCO World Heritage tentative list. And if you go in there, it's abandoned, it's quiet. You see traditional homes that date back centuries. And interestingly enough, there was a tribe of Emirati people who lived there. And in the 1960s, they all left en masse. So all of them left this village, and that's why you have Jazeera Al Hamra is abandoned. And they left because the traditional pearl diving, pearl industry was going away. There was more industrialization. So for them as a tribe of people, they ended up going to another emirate. So this is why this is an interesting fact that Jazeera Al Hamra is known as one of the empty cities. Because some people, they came here and they hear some of the sound of the animals. Usually this place, it have a lot of fox. So the sound of the fox, they thought it's a ghost. That's why most of the people, they call this place a ghost town. And people who used to live here, it's from the sea tribes. And the name of the tribes was Az-Zaabi family. So after that, they moved to Abu Dhabi, the capital of United Arab Emirates, to find the jobs. Ras Al Khaimah actually divided to three tribes, sea, mountain, and desert. I'm from sea tribes. I'm the first Emirati tour guide in Ras Al Khaimah. I was studying business in Higher College of Technology. Then my first job was in a showroom of cars. Then I moved to Tourism Authority. Yeah. Actually, with our government, it's also help us as a woman to work and to be on the first level of everything. Девчатам
кстати, недавно разрешили служить в армии, и даже появились первые летчицы. Девчатам местным разрешили служить в полиции, и очень хорошо они относятся к своим требованиям. Так что, да, вот женский вопрос, конечно, он развивается и очень много делается для того, чтобы женщине тоже было комфортно. Министр счастья начала заниматься теми вопросами, которые, может быть, не поднимались раньше. Это и отношения в семье, это и отношения на государственной службе, это отношения на рабочих местах. Это многие вопросы. Все думают, что это вот забавы ради, да, вот они вот такой вот моды ради, да, вот взяли и придумали министра счастья. А в прошлом году появился первый на планете министр толерантности. И, кстати, им тоже стала женщина в Арабских Эмиратах. Запустили своего первого космонавта. Сейчас есть программы, разрабатывают на Марсе. Люди, которые до недавно не имели среднего общего образования. Вот это вот парадокс. А сейчас уже многие из них делают такие шедевры. 2-3 тысячи долларов – это самая низкая будет зарплата. Если мы говорим о местных жителях, у них где-то от 4-5 тысяч, да, если они плохо зарабатывают, 3-4 тысячи долларов в месяц. Здесь нету даже понятия средней зарплаты. Индусы на стройке получают 100 долларов в месяц. Правда, компания им предоставляет койко-место, компания предоставляет им билет на самолет, компания покупает им визу, то есть они за это не платят. Они в складчину живут, мешок риса на месяц, мешок муки, там какая-то курица, они впроголодь не живут, но они сами за это платят. За аналогичный труд в Бангладеш там или в Непале он бы получил 7 долларов в месяц. А здесь 70 он отсылает или там 100 домой, чтобы там вся же семья жила и так дальше. Так что, видите, бедность она тоже относительна. Если в общем говорить, где-то 10-12% местные жители, а 88% это индусы, пакистанцы, малазийцы, шланкийцы, бангладешцы, тунизийцы, египтяне, оманцы, йеменцы, бахрейнцы, катарцы, суданцы, сомалийцы, это филиппинцев, китайцев, японцев, вся Африка, здесь вся Азия. Ну, в Дубае около, вообще в Арабских Эмиратах чуть больше 140 национальностей только проживает. И вот я что хочу заметить, за эти вот 49 лет ни одного конфликта. Abdussamad. I belong from Pakistan, Peshawar. So we are working here by driver 10 years. I'm tourist driver. So before is Corona is okay, tourists is coming too much. So now is a little problem. We have Pakistani like 2-3 people, 4 people, 10 people, they'll get a room, apartment, so they will live together. This depends on areas. Some areas are expensive, some areas are cheap, like this. Salary is 3,000 per meal in Pakistan. Same thing, different, like 2,000, sometime 1,500, like this. Because also is here like expensive in Dubai, so this way. No, after 1 year we have vacation, like for 2 months, 45 days like this. So every year we go to country. United Arab Emirates, not only Ras Al Khaimah, is a very international country. So you get different types of school systems. You get British school systems, German, Swiss, French. For my own example, my husband is German and I'm Canadian, and our son goes to the British school. It's very easy to work and live here. I've been here for 15 years and I've had some amazing experiences. I've worked with hotel brands like Raffles, Fairmont, and now I'm with the tourism board. So the opportunities are endless. If you're a hard worker and you really love what you do, you can find a place here. But in terms of work visas, it's very simple. You're never felt here that you're not welcome. You're a very important part of the fabric of this country.
When we look at tourism in general, and the key markets that come here are Eastern Europe, Ukraine, UK, Germany, India. Those are our key markets that come here. And they come for various reasons. A lot of them come for the wonderful beach, the wonderful lifestyle, the mountains, the nature emirate. In terms of people who work in hospitality, we have about 46 hotels, and they go across international brands, Hilton, Ritz-Carlton, Accor. And you find workers from an employees from all over the world. I worked in hospitality, and I can say that it's a great mix of nationalities. When I worked at hotels, we had as many as 47 nationalities working at the hotel. So if a guest came in from a different country, we knew we had someone in the hotel who could speak to them in their language. So I think that's what makes that industry so beautiful. You get so many people who come together